10 people a month. 10 человек в месяц. В начале своей карьеры я делал 20, я был лидер. 10 дистрибьюторов первой линии каждый месяц. Вот какой алгоритм вам нужно запомнить. Если вы сосредоточитесь на... Если вы сосредоточитесь на том, чтобы у вас были люди на первом уровне, были люди на втором и на третьем, а потом дойдете и до четвертого, пятого и шестого, если они будут делать по 2500 единиц объема, все следите за мыслью, вот что происходит. 5% от 2500 единиц, записывайте, это 125 баксов. Второй ваш человек тоже делает 2500, это еще 125 баксов. Я сейчас рассказываю важные вещи, это основы. Ваш третий человек приносит вам еще 125 баксов, а это значит, что вы заработали $375. А если начинает работать четвертый, пятый, шестой уровни, и эти люди также делают по 2500 единиц, то вот что происходит дальше. Первый уровень зарабатывает $375, второй уровень также зарабатывает 375, и третий тоже. То есть система гарантированно работает на вас. Худшее, что может случиться, они вылетят, эти три поднимутся, и вы будете получать те же самые $375, что и раньше. Понимаете, да? Всего 10 таких людей. И вот вы уже получаете чек в $3750. Вы почти добрались до команды Millionaire Team. Итак, что от вас требуется? Вербовать в первую линию 10 человек ежемесячно. И так далее, по нисходящей, чтобы каждый делал по 2500 единиц. И все это станет реальностью. Но все начинается с первого уровня.